Открытие Ярославского аквапарка отложено. Строители отстают от графика. Напомню, уникальный комплекс должен превосходить своим масштабом и горками столичные аналоги. Одновременно здесь могут отдыхать до 1000 человек. Проект был разработан в 2013 году. Сдать объект обещали этой осенью. Однако стройка до сих пор не закончена. Сейчас идут отделочные работы и монтаж вентиляции. Конечно, сейчас есть затруднения у застройщика с финансированием, как и во всей строительной отрасли на территории Российской Федерации. Вот поэтому действительно сроки, к сожалению, перенеслись, потому что застройщик планировал открываться у нас до Нового года. Сейчас, я так полагаю, что это будет начало весны. Вот, поэтому рассчитываем, что застройщик все-таки откроется, да, и жители смогут пользоваться аквапарком.